Всем привет! Та-да-да-дам! Как вам мои бровки? Но мне еще это первая процедура. А вторую процедуру будет чуть попозже. Тут некоторые дополнения и ламинирование сделают волосков. Девушка Леночка сделает мне красоту. Сделала уже красоту. И сделает еще. Там просто нужно два похода. Вот. Ну, красота. Красота. Может, снизу не очень так. Когда брови появляются, уже намного, да, человек смотрится лучше, правда? Как-то четче, что ли, все лицо как-то. А то у меня, знаете, что, какая проблема была? До этого, в молодости, короче, я кустами выдергивала эти, короче, брови, кусты. А сейчас думаю, где бы взять эти кусты, чтобы было хоть из чего сделать форму. Вот видите, как она мне красиво сделала все. Ладненько. Все. В следующий раз пойду к ней на ламинирование. С ним покажу, что у меня там будет уже конечный результат. Сейчас сначала они будут, сказали, темнее. Лена сказала, что они будут темнеть. Завтра будет темный очень. Как бы казаться будет, что вау, не пугайся. Потом они будут, наоборот, светлее. Вот. Но с первого раза, короче, этот, в любом случае, мне нужно... Может быть, кому-то с первого раза нормально, а мне нужно два раза идти, потому что это вообще запущенный вариант. У меня стали, говорю, кустов нету, не с чего это. И вот тут стали редеть на концах брови. Стало редеть. Лысенько. Вот и я, мечта моя сбылась. Первый раз в жизни сделала себе брови. А то уж вообще, говорю, ну не хочется лысенькой-то ходить, да? Ну сделала и сделала, я рада. Я рада. Сейчас поеду, заеду в этот, как его называют, Trader Joe's. Как раз здесь сейчас Boca Raton. Заеду в Trader, в русский. И вполне себе буду довольна. Да? У нас дождик льет, что-то сегодня. Встали утром, выходим такие. Прекрасная погода. Солнце светит, чистое небо. Потом такие. Ну сколько? Через час я выхожу. Все ну, короче, Флорида, она такая. Тут вроде чистое небо, потом раз-раз ветром как нанесет тучки. Прольет дождь, все опять тишина. Вот я сейчас по лужам еду, а сам дождь-то не идет. Шум от луж. Тут тропические дожди, которые вылилась тучка и все. И за редким исключением, когда целый день там что-то льет, капает. Нудный такой, не бывает, что постоянно нудный дождь. Нет. То солнце, то дождь, то солнце, то дождь. Я довольная. Что еще девочкам надо еще, да? Довольная. А я кайфанула. Она мне делает, она говорит, тебе не больно. Я говорю, нет, мне не больно. А я только говорю, боюсь одного только, чтобы этот не захрапеть. Чтобы не храпать. Я прям такая себя раз очнусь, такая думаю, только я храпела или нет. Мне когда кто-то что-то делает, я... Как? А вы, кстати, как? Я знаю, что некоторые люди, но мне кажется, что их меньшинство, которые не любят, чтобы к ним прикасались, что-то делали, или там с волосами, или там с лицом. А, вот вы из таких людей или нет? Напишите в комментариях. Я знаю, у меня из подружек, наверное, может, две я могу, да, точно сказать, что вот, которые так не любят. Вот, а остальные, вот как я...
Я бы лежала там вечно, чтобы она мне что-нибудь, кто-нибудь мне что-нибудь там делал. С волосами, с лицом, без разницы, с ушами. Ой, вообще. С ногти, когда тут что тоже. Я люблю. У косметолога тоже. Когда была у косметолога. Ой, кайфуха. Я зимой, потому что дождик прошел, здесь еще солнце не вышло, и я прям этот... Все время на дождик у меня такая реакция. Спать охоту. Ладненько, все. Мне нужно, нужен навигатор. Ни одной машины. Где хоть я еду? Давайте. Пока-пока. Напишите мне комментарий. Мне же интересно. Ну что, смотрите. Опа. Сегодня Леночка мне их покрасила, сделала ламинирование. Ну, красота, правда? Вот как важны на общем вот этом вот пространстве лица, как важны брови. Вообще. Когда они более-менее четкие, ровненькие, оформлены красиво, то сразу и лицо приобретает совсем другой, более ухоженный вид. Спасибо, Леночки. Буду теперь красивой. У нас еще одна процедура будет. Одна. Вот здесь вот пару волосков добавить. Все. Тарик, ты сегодня будешь работать или выходной взял? Выходной. Тогда поздороваешься с ребятами. Всем привет. Ну, ладно. Поехали. Кофе налилось. Можем. А, нет, бутылочка вот так опрокидывалась. Это вода.